зачем? Ну вот, когда будешь с нами в десит ходить, тогда поймешь. Это вряд ли такое случится. 3 гигабайта оперативы, Артём. Ну-ка, чекай, Стань. Ну ладно, не буду тебя отвлекать от столь увлекательного занятия, Да, поэтому давай. спасибо, что ты со мной поиграл. Я благодарен тебе. Ну, не вышло, понимаешь, да? Не вышло, блядь. Позже выйдет. Чек канал, блядь. А что там? Вот ничего, все, бан, блядь, тебе прописал. Да, Рассказал смешную просто историю, охуенно. блядь. А где, блядь, давай. Нормально? Да, вот сейчас классно. И еще 1080 теперь доступно, бля, Full HD. Вах. Ну, то есть нормально на стриме, норму качества, да? Да. Ну, HD, грубо говоря. Ну, то есть не мыло. Нет, конечно. Нет, конечно, блядь, так сказал. Сейчас классно будет. Что, ты уже запустился? Нет, еще гружусь, А, у блядь. вас грузится один. Да, задержка, конечно, нормальная у тебя. Но на это, ладно, это Это нормально. лучше в десяти, блядь, я тебе отвечаю. Ну да, не у того, ну не как у того пидора. Да. Лучше играть с задержкой какой-нибудь, было бы попроще. Хочу на Twitch перебраться, просто потому что там этот чат видно пиздец охуенно. Хотя можно и сделать и... Блять, а чё, не запустилась игра? Нет. Хуёво, блядь. Психбольничка. Дурка, блядь. Лохушка, куша. Возврат, блядь. Ёбаный, блядь, быстрая игра. Что, блядь, рейтинг. А типа в чем прикол вот писать? Ну, типа отправлять фотку. И потом тупо игнорировать человека. Вот, я не понимаю таких людей. Чтоб ты завидовал, понял? А. Но прикол в том, что Ну или повыебываться. я не ярый кальянщик, типа в этом прикол. Что у них появился кальян, и они будут без тебя ебашить его. Ну, не с тобой. Ну, мне как бы похуй на это, Сань. Ну, а им кажется, что нет. Поэтому... Вот. Кстати, в начале сентября будет сдача на поезд. Ты будешь сдавать? А, что надо? Да классическая ОФП, блядь. Можно. Вот. О, опять этот конченый, ты пидорас. Бля, я его сразу замучил. Чанг. Блять, очень сильно приближено, мне пиздец неудобно. Чё, Маханти, в чем твоя проблема? Заводите Кирилл Десит, я знал то, что он на конфет, я порофлил с тебя. Ебать, я говорил войс то, что... Почему вы хотите войсить? Да потому он... что он инфе! Блин, антидот спиздили. Закрой рот. Hello. You might live.
А чё, Миска, с Твинкой играешь? Смотри, ты получается, что делаешь? Капнула топ 100 на мейне и видишь что-то. Сработано, блядь. Я личный крестолист вот, Миски. Кто это сказал? Седой? Меня чел с нулевой туннелей на чанге. Блять, где-то открывается, я понять не могу. Чем ты меня туннелишь с нулевой? Даже с шагану попасть не можешь, или на втором. Да, на втором все отпитишь. А, какой-то конфликт назревает. То, чего? О, это же этот... Чанг? А чё он, чё не разговаривает? Бля, он походу микро отключил. Да ну, на втором все вроде целое. Э, дай записку. Миска, прощай! Нет. Кто, 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 где? Я had to take them out. У меня все подпиздили. Бля, соло двоих. Нина. Ну так не убил же. Бля, какая катка Нина, блядь. Может потому что я уже съел миску? А кто твой напарник? Ты? Тебя съели, да? Да. Ну и чуть-чуть осталось. И скачается ДБД. Да? Да. Полтора гигабайта осталось. Я тогда в ДБД что-то посижу, тебя подожду. Да, давай. Алло, Саня? Алло. Здоровчик. Привет. Если хочешь стримить... ты сейчас стримишь же, да? Ну. ДБД также. 1920. Бля, ты че стебешься? Не, да. ДБД я вроде настроил, она нормально была. Ну, зайди сейчас, чекни. Хорошо. Просто мне будет овер неудобно на таком, блять, разрешении играть, блять, это пиздец. Ой, блин, ты зашел сейчас в ДБД, вот эти звуки крови, блин, вот это ностальгия. Да? Я ночами сидел, играл, блин, эти звуки крови постоянно. Блять, стоп. Я не знаю, где чел тот моему... Короче, ему... У него проблемы были. И ему где-то за месяц, он вообще, у него подписчиков 150. Ему лет 25, может. Может, даже больше. Короче, ну, 100 тысяч мы собрали, блядь. О, нормально. Ну, норм, да? Да. А чё за топор? Кровавый, ты чей? Это кролика. Иди убийца, чё. Бля, по-моему, это из этого. Бля, я не помню, из какой игры вот эта вот хуйня, это из этого. Dark Crusade, блядь, Dark Crusade, блядь. Dark Souls. Ой, я про него говорил тебе. Я понял. Палача видео. Видимо, Гаргон, Стрелок, уф. Найс, он плюнул. Да. Ну тут чё, тень, бабля, пиздец. Я её обожаю. Которой у меня нету, блядь. Это кто, подожди? Ну, вот, блядь. С маской? Да, Майлз. Или как он там? А, да, Майкл. Блин, у меня... Короче... На него берёшь зеркало, и бесконечный у него третий перк. Смотри, короче. Что? Левела. Чекни. А, все третьего престижа. Прикол хочешь? Ну. Блин, мы только престиж взлом... Ой, не взломали, а получили.
Да нет! Артём! Что? У тебя же и на медсестру было перки много, в смысле? Нет. Прикинь, меня обнулили тоже. У меня не было перков на медсестру. Да? У меня ни на кого не было перков. Лол. А ты DLC-шки покупал на скине? Нет. Откуда у тебя? Сам уже не помню, блять, нет. Бразильская куртка. Может, это мы взломали, не? Я не помню, честно. Сейчас уже скачается. Ты можешь запустить одну катку в любом случае. Пока я настрою, пока не... Ой, ебать, это что за перс? Если в синей курточке... А, ну да, это новый. Ну, а... Ты не помнишь, как тут на ранг играть? Саня. Ты не помнишь, как в ДБД играть на ранг? На ранг? Да, или его не было. Просто играешь и все. А. Выигрываешь, тебе дают эти капельки. Бля, меня бесит вот эта вот хуйня, блядь, пиздец. Сразу сходу заводим эту парашу. Если хочешь, можешь взломать ранг. Да ну, блядь. Смысл? Блять, стенка. Кто маньяк? Не знаю. А, у меня один ливнутый. Угу. Это охуенно. При этом еще 5 денег заводить без этого. Капец, я понял, как ты играешь, как ты оглядываешься. Жесть. А, это медсестра. Ты понял, да, что медсестра? Да, я улыплю. Не, я услышу этот ход в ТП-шке. Да, это кончено. Ну ладно, она блевотная, 20 раунд. Бля, как же хуёво без, блять, нос почесать потом. Без чего? Без ящика, блять, чинить. Ну да, шестерёнку ставишь сразу. Не, ну шестерёнка дерьмо. Типа она только на один денег. Да, там надо взять другое. Ну, типа, если каждый возьмет по шестерёнке, 4 чела пати, каждый по одному денегу возьмется, там сразу моментально, там за минуту 4 денега починится. И все.
Oh. Какая же классная музыка в этой игре. Блять, ёбаный дед меня напугал, пиздец. Соло пойдем. Слышишь? Угу. Я хочу просто настроить смысл. Чтобы крепить можно было. Не, манцы это было. На завороты вы, блять, ваш петка, ёбаный. Не, за маньяка больше дают, если всех убить.
Погоди. Я делаю картошку. Сейчас зайду посмотрю. Я готов. Черт. Че? Я готов. Ты карту уже запустил. Ну, типа, выбрал? Все, а, выбрал. Нет, карту еще не выбрал. Какую? Ну. Смотри, тут добавились новые карты. Детский сад Бетхма. Семейка резиденция. Давай какую-нибудь новую ебанишку. Поиграли на нее и посмотрели. Я не помню, мы играли на детском саде. Ой, а что это за заставка? А школа есть? Сейчас посмотрю. Школа должна быть карта, потому что мне сейчас видос показывается. А как карта называется? Я не знаю, но это карта этого треугольника. Мне прям так все дало. Ладно, я ставлю вот эту карту, Сань. Я не знаю. Зайдешь? Сейчас. Ты выбрал себе все? Да, я выбрал. Я готов. Не приглашай, пожалуйста. Я что-то не понимаю, почему у меня черный экран. Да сука, что за ДБД? Показали видос и черный экран, спасибо. О. Ну? О. Ух, картошечка. Что за бред? Сейчас, ладно, подожди секунду.
Последний раз сюда перезайду. Да не хочу я смотреть эту заставку. Thank you.
Что-то не то нахуй. Тё, можешь запуститься еще раз, что-то я не понимаю. Че, блять? Прикинь, что в настройках нашел? Ну. Aim Assist. Все-таки в этой игре есть он. А, блять. Thank you.
Ой, бля, я разобрался. Ёбаный АФК крючок, блять, ненавижу таких. Кемпер? Да. Это пиздец, ебанешка ебаная, блядь. Играть за колокольчик, типа он вешает и стоит в инвиз, блядь, тупо ждет. Правильно, блядь. Охуенно просто игра. Бля. Будь здоров, надеюсь, блядь, ты не будешь кемпером. Я уже. Ты играешь или чё? Нет, сейчас я закончу. Сделал себе. Ебать, с мыла будет. Ух! Да, чувак, не смотри. Сейчас подойду. Это лежит. Ah.
Вот это, конечно, отрисовка бомбяу. На 80-е года, короче. Жесть. Короче, я запустил как будто игру 80-х годов, которых вообще не существовало. Ну ладно. Но она похожа на это. Табана. Моя цель. Да? Я царица не заманаю. Ебать. Еб. Алло. Алло, Артём. Алло. Артём. Алло. Создавай. Прям базу, блядь. Создавай. Алло. Да. Прием. Я сам себя слышу. Понял. Нахуй. В свою игру, да? Ну, я создал свою игру. Ее, я как будто в Антернет играю. Террарию. Жесть, ну ладно. Вообще. Ой-ой-ой. А ладно, мне пофигу за кого играть, типа. Карты выбери только нормально. Артём ставит, вот так. Ну, хули-то нет. А где этот перк, я что-то не могу понять. Какой? А, забей, погоди. Вот он, нашел. У меня 2 миллиона очков кровавых. Может, вы можете сказать пароль от него? Ну хорошо, давайте тогда договоримся встретиться. У меня просто черный квадратик только что испарился. Настолько все жестко. Выглядит классно. На самом деле, типа, господи, что с моими перками? Это что, дебютант вынести? Ну да, где? Что? Как попадать в мелчики? Да вы чё, угораете? А ну-ка. Еба. А, подожди, сейчас я сенсу поставлю. Дядя, ты где? Сенсу ставлю. Скажи, ты в доме, да, нет? Ускорим твою игру. Мне будет приятно, и тебе будет приятно. Колись где-то. Нет. Генератор в салоне плохо заводить. Ну да, я попробую. Тебе нужны тиммейты, чтобы это делать. Не наплевать. Да нет, подскажи, где ты? Да я сам не знаю, Артём. Ты в подвале, да, нет? Нет. А где ты? Не знаю.
Так, понятно, чинит денег. Да дай, подожди, я хочу посмотреть на дури. По скилл-чеку попадать. В смысле? Ну его тупо нету, подожди. Ну пробуй, пробуй, пробуй. Че я тебя не трогаю, блядь? Пробуй. Пробуй, пытайся. Блядь, понятно. Начинаются вечные догонялки, блядь. Блять, я забыл, то эта пизденка может два раза тэпаться. Да выебывался. Ненавижу брестских ворон, блять. А, я забыл, ты ж их не видишь, блядь. Что? Я забыл, что ты ворон не видишь, блядь. Не, ну раньше видел, сейчас не видел. Игра. О, сука. Чедадик. О, ебать, тебе повезло просто, блядь. Ну ты кривой. Да? А куда ты бежишь за фонариком своим, блядским? А где фонарик, Сань? А нету. Нету? Сука, заебал кругами бегать. Бесишь. Ну ладно, то я с тобой. Клоун. С какой ты стороны, блядь? Бля, ну вот это мыло, это вообще жесть. Надо убрать хотя бы это мыло, это просто. Так и знал, что у тебя в подвале тут. Что у меня в подвале тут? Там порча. Какая порча? Я без порчи. Да? Я не прочитал, я просто посмотрел там 4 черепка, подумал, это круто. Ебать, ты меня еще баррикадируешь, черт. Блять, что? Я ж ударил. Да ну, пошел ты нахуй, блядь. Ой. Очень далеко берешь. Да, я заметил это. Просто хуй знает, убежишь ты, блядь, или чертыло останешься. Нахуй твою палетку. Блять. Стебешься надо мной, ты пидорас. Так я на этой карте играл, это дефолт карта. Это, Рейди, по-моему. Да что за хуйня, как ты так видишь? Ищейка, она имбалансная, пиздец.
Бля, жалко, тут нету 4-4 мы. Я бы так кропил бы, блядь, над пидорами. Давай погреемся. Ну не знаю. Последний раз, короче, и все. Сука, все-таки убежал, блядь, черт на. Ладно, давай я тебе дам фору, блядь. Да я пошел ты нахуй, сейчас отлечусь тогда. Хорошо, давай лечись. Да сука, очень далеко пиздец. Тупорылый. Да я лет 100 в эту хуйню не играл, о чем ты, блядь. Ебать ты, блядь, конечно, ногу поранил, блядь, еще встал, блядь. Обрати на палетку, нахуя. Еще одна палетка, тебе что надо мной? Как ты эти палетки, блядь, видишь? Не скажу. Ёбаный перк, блядь, на палетке. И на окна. Ну, все, что можно перепрыгнуть, перк. А где твой фонарик? У тебя же фонарик был. Не помню. Ты его проебал, что ли? Вытянул? Да я не помню. Сейчас пойду поищу. В смысле, а ты куда, блядь? О! Ой, блядь, начинается. Сука! Ты люк, блядь, нашел, да, сука, гной, блядь. Сука, да. Пидор. Мне ж, блядь, противно. Че, погоди. Я выпью за. Че, мы идем? Ну да, пойдем, блядь. Че нам еще делать-то, блядь?